Когда мы запустили в космос Добровольского, Волкова, Пацаева, конструкторы космических кораблей настаивали, чтобы они скафандры не одевали в связи с тем, что кислородом обеспечивает космический корабль. Что и было практически сделано. Пролетев, причем порядочно, несколько суток, они в назначенные часы, число, ну, пошли на приземление. На приземление Карагандинской области. Значит, ну, мы так, это тоже, как и обычно поисковики, тоже вертолетчики, самолетчики, связь держим с ними. Значит, они отлично разговаривают, говорят, самочувствие хорошее. И потом, значит, смотрим, раскрывается парашют, с ними связи нет. Обычно так не бывает. Они произвели посадку, тормозные системы сработала хорошо, мягкой посадки, все нормально. Ну, космонавты не выходят. Наши члены бригады неотложной хирургической помощи, как и положено, вместе с ОТГ открыли ключом корабль. Они лежат синие, то есть мертвые. А получилось вот что. В космическом корабле под давлением выбило резиновую, ну, такую, ну, как его назвать? Прокладку. Прокладку. Выбило прокладку. Это прокладка. Этого было достаточно на высоте 10 тысяч метров без кислорода. Все. Вот они без кислорода погибли. Когда мы... Уже наши врачи вытащили со рта в рот дыхание, думают, может быть, жизнь подарит, может быть, жизнь придет. И вот так вот врачи минут 10-15, наверное, но ничего не получилось. Вот так, такой был трагический случай. Это, я бы сказал, в данном случае, причем смело, можно сказать, по вине конструкторов космического корабля. На место приземления мы поставили памятник, конечно. Их прах и урну у Кремлевской стены все похоронили в Москве. Очень с почестями. Ну, вот так, такой был трагический случай. Это трагедия.